Новосибирские школы приняли участие во всероссийской акции «Вместе всей семьей». Родители отложили свои дела, чтобы поддержать детей. На школьных стадионах дети и взрослые сделали зарядку, попробовали свои силы в беге и спортивной ходьбе. На одном из праздников побывала Елена Богатырева. День в школе без учебы – пожалуй, лучший день в году, говорят школьники. Ради этого готовы и зарядку сделать, и кросс пробежать. Каждый участник кросса пробежит 2,5 километра. Это 9 кругов вокруг школы. Впрочем, время никто не учитывает, и бежать-то, в общем-то, не обязательно. Это расстояние можно просто пройти. Финиш не менее яркий, чем старт. Школьники вместе с родственниками преодолевают спортивные сложности. Бежать было, так 50 на 50, из-за того, что можно прерывать дистанцию, было не сильно тяжело. Праздник понравился, приятные призы тоже понравились. Поблажки первоклашкам за массовость. Вместе с родителями ребята вышли на дистанцию покороче. Ирина прибежала на кросс в обеденный перерыв, чтобы поддержать дочь Полину. Родителям-то, конечно, тяжело. Один круг и хватит. А дети 2 пробежали, еще хотели. Силы у них есть больше, чем у нас. Призы классные. Всем абсолютно гематогены яблоки, а вот за лишние круги, за то, что ребенок прошел много или родитель накопил большое количество шагов в этот день, они получат каждые 500 метров по одному сладкому приятному призу. День здоровья в школах проводят каждый год, но со стартом всероссийской акции «Вместе всей семьей» праздник стал масштабнее. Во-первых, это здоровье, во-вторых, семейные соревнования, они сплочают и отношения в семье, и в школе, способствуют дружбе. После кросса праздник не закончился. Теплая погода позволила поиграть в спортивные игры и провести время вместе с семьей и друзьями. Елена Богатырева, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.